Благодарим. Готовится номер 10, Зорина Екатерина. А на сцене Скородумова Софья. Я бы хотела нарисовать мечту. Встречаем. Ух ты, красивая какая девочка. Дочка твоя. Дочка Зорина. Тоже Зорина. Красивая такая. Такой взрослый, такой молодой мама, как сестричка. Ну шучу это я говорю. А я так удивилась, такая молодая. Yeah.
Какой номер? 11. 11. А, ага. Пошла. Спасибо.
Харитонова Виолетта. Будьте внимательны, уважаемые члены жюри. Номер 22 сейчас на сцене. 39-й трамвай. Называется композиция. Харитонова Виолетта! Продал универ, стоп, пропадем в Перу, топаем солнечный
А, вот она. Вот второй номер. Ага, спасибо. Всегда поедает белый батон, думая о том, что жить хуже. Свободы и полета хуже, но зато жить белый батон. 39-й трамвай, если знать, здесь очень-очень будет. Белом прицеп, мятым жестко, каждый подгон, вожатый и вагон, и каждый крылат, и прочим вагонам не брат. Уапа, вадуапа, уапа, папа, прыг давай, не забывай, качай, чёрт, шлопай, это трамвай, влево, вправо. Собой, да, то есть мы рассматриваем артиста, выступающего, как личностную единицу, который берет непосредственно композицию и работает над ней. То есть мы смотрим на возможности, которые показывает каждый артист индивидуально на сцене, в моменте, так скажем, как сейчас модно говорить. Ну что, аплодисменты всем, кто сейчас был на сцене и еще выйдет. Поддерживаем, поддерживаем! Итак, итак, готовится Московский городской творческий коллектив театра танца «Вариация», а на сцене номер 15 Джамалдинова Анжела. Если в сердце живет любовь, встречаем. Thank you.
возрастной категории, в принципе, я два поставила. И предыдущий тоже. Творческий коллектив театра танца «Вариация». А именно Михальченко Ульяна. Время мечтать. Поддержим. Она же была уже, да, в начале? Или это другая? Анна, а на сцене номер 18 Ковалева Янина. All I Ask. Пожалуйста, встречаем. They won't even say
Порадовали нас, показали пример детям и другим взрослым. Просто пойте, просто радуйте слушателей, зрителей. Вы молодец! Браво! Браво! Спасибо! Хорошо, едем дальше. Готовится у нас номер 20, Крыжный лев. А на сцене Перцева Анна Халести. Эстрадный вокал. Поехали! But if you look for truthfulness, you may just as well be blind.
Зайцева Анна. И ваши аплодисменты. Просто прекрасно. Спасибо тебе большое. Готовится Анна вновь со своим вторым номером. А на сцене Крыжный лев. Она случайно уронила ложку. Вот ты театральное мальчик. Искусство. Поддержи, пожалуйста. Вот ты мальчик, наконец. Цените, мам, пока я не живы. Она случайно уронила ложку. Звук был сильнее выстрела в тиши. И, испугавшись, вздрогнула немножко. Сын нервно бросил: «Мама, не спеши!» И тут взвелась змеёй невестка, как будто наступила на иглу. Я ж говорю, что ей у нас не место, на кухне вечно крошки на полу. Ты знаешь, как она меня достала? Я что, слугой быть у нее должна? Так вот, в последний раз тебе сказала: решай сегодня, я или она. Кричала нервно, громко, истерично, и начисто забыв о тормозах. Опять испорчил завтрак, как обычно. Застыли слезы хрусталем в глазах. Сынок молчал, молчала рядом внучка. Тот ангелок, которого она так много лет в своих держала ручках. Большая стала, нянька не нужна. В невестку же как будто бес селился. Кричит над гелоковым столом в стол, чтоб завтра же к ней в зал переселился. Сын молча встал из-за стола, ушел. Рыдания застыли в горле комом. Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым. Когда же в доме умерла любовь? Очередная ночь была бессонна. Подушка стала мокрой от слез. И голова гудела медным звоном. Зачем, сыночек, ты меня привез? А утром сын подсел к ее постели, боясь взглянуть в молящие глаза, с волнением справляясь еле-еле. Чуть слышно, полушепотом сказал: «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно. Я между вами, как между двух огней. А там еще к тому же многолюдно. Тебе с людьми там будет веселей. Да мне, сынок, веселье-то не надо. Мне рядом с вами, с близкими людьми. Мне помереть, сынок, с тобой рядом. Да тяжело с тобой нам. Ты пойми, у нас и так семья, дела, работа. И жизнь ведь далеко у нас не рай. Жене вон тоже отдохнуть охота. А тут тебе сготовь и постирай. Ну что, сынок, коль я обузой стала, вези меня в тот престарелый дом». Глаза прикрыв платочком зарыдала, а сын сглотнул, застрявший в горле ком. А через день нехитрые пожитки лежали в узелочках на полу. Зачем-то дом припомнился, калитка, а дождь стекал слезами по стеклу. Ну вот и все, теперь им тут спокойней. И легче будет без обузы жить. А я видно этого достойна. Но ноги не хотели уходить. А ноги стали ватными от горя. И сердцу места не было в груди. А сын, чтоб расставание ускорить, на дверь кивнул ей, приказал: «Иди». Она за грудь, держась не понарошку, как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, чтоб легким путь туда был нам с тобой. Да что дадут короткие минуты, коль расставанию обозначен срок?» Опереди вдруг сына почему-то шагнула первая мама за порог. Казенный дом, тяжелый, спертый запах, лекар седой и хлорки пополам. Вот на диване чей-то бывший папа, соседский с чьих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, прощаясь, как-то сухо обронил: «Прости меня, а будет скучновато, вот телефон, возьми и позвони». На прощание все же обнял маму, прижал к себе, как много лет назад, когда была еще любимой самой, поцеловал, посмотрел в глаза, а в тех глазах застыла боль разлуки. Теперь ее ничем не слить. В своих руках морщинистые руки он задержал, не в силах отпустить.
У мамы по щеке слеза скатилась. Ты сам, сынок, хоть изредка звони. К плечу родному робко прислонилась. Иди, сынок, Господь тебя храни. И след перекрестившись троекратно и опустившись тяжко на кровать, кто вдруг осознала, что ей теперь обратной дороги к сыну больше не видать. Дни потянулись чередою мрачной, похожей, как братья-близнецы. За что конец такой был ей назначен? За что здесь матери? За что отцы? В тоске по сыну таяла, как свечка. Молилась: Господи, прости его, мою кровинушку, мое сердечко. А больше мне не нужно ничего. Возьми, сынок, возьми, Господь, скорее мою душу, коль на земле я больше не нужна. Хранила фото сына под подушкой. Казалось, с ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, все вспоминал про мамины глаза, все вспоминал ее взгляд печальный. И как катилась по щеке слеза. И запах мамы тот неповторимый, и платье белых маминых волос, и голос мамин ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, что маме трудно было, что ей пришлось снести и пережить, когда она одна меня растила, когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина, раз маму не сумели защитить? То с кем был связан прочной пуповиной, кто в этой жизни сможет заменить? Наутро, не сказав жене ни слова, поехал снова в престарелый дом. Лишь только мамочка была здорова, и все пойдет отныне чередом. Теперь с нее сдувать пылинки буду, не дам слезинки ни одной упасть. Давайте и буду лучшую посуду, еды и кусочек буду лучше класть. Вот, наконец, знакомая палатка. На тумбочках остывшая еда, пустующая мамина кроватка. А мамы нет, мелькнула мысль, беда. И сжалось сердце в маленькую точку, и под ногами закачался пол. Рукой, держась за стенку по шажочку, по коридору медленно пошел. И чей-то голос след ему: «Послушай!» А по спине стекал холодный пот. Но вдруг увидел, что навстречу с кружкой по коридору мать его идет. И сразу с плеч упал гнетущий камень, и слезы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко охватил руками, а мамочка в рыдания зашлась. «Сынок! Я, мама, за тобой вернулся. Домой поедем, вещи собирай». И как бывало в детстве улыбнулся: «Я так решил, а ты не возражай. Садись в машину, что ты в самом деле? Дай на прощание и махну хоть раз». А из окошек завистью глядели мысли десятки старых грустных глаз. Невероятно! Крыжный лев! Лев, расскажи нам, пожалуйста, ты все лето учил данное стихотворение? Нет. Ну, а вот поведай просто, вот ради интереса для нас, для членов жюри и для зрителей. Сколько у тебя времени уходит, чтобы выучить такого масштаба произведения? Ну, где-то неделя, может, больше. Почетно, почетно. Ваши аплодисменты! Крыжный Лев, большой молодец, он очень поет у нас уже просто. Ты сегодня будешь нам петь? Да. Ура! Ждем. Тогда до встречи. Готовится номер 22. Который уже выступал. 23-й. Астахова Елизавета. А на сцене номер 21. Перцева Анна. Угу. Прекрасно. Нарисовать мечту. Я бы хотела нарисовать.
укротить рассвет, чтобы каждый минуте свет. Хорошая. Она вот до этого тоже хорошо. Три пошла. А, три? Ладненько, тут есть хорошо спела, она близко. А. Песня Газманова. Да? Газманов написал. Вместо слез. А это значит, что благодарна. Марине, она думает, что я не поняла. Вместо утрат мечты, но красок нет, чтоб отвратить рассвет, чтобы каждой минуте свет. Говорить прощай, не говорить прощай, не говорить прощай, чтобы каждой минуте след, не говорить прощай. Yeah.